Всем, ребята, привет! Сегодня у меня очередной выпуск, и выпуск по вашей просьбе. Просьба у вас была такова: узнать побольше информации по монетам, которые имеет на стороне орла вот такие вот зубцы, запилы, как угодно можно называть. Но это игровая монета, это мое убеждение, и сегодня я буду вам это доказывать. Много было версий, вариантов, что это у нас и для вычесывания вшей, блох, для бордачес и добывания меди из монет для лечения скота. В общем, версий очень было очень много. И сегодня я вам покажу, и этот миф я вместе с вами раскрою. Буду вам показывать и рассказывать, для чего использовались данные монеты. А именно, я считаю, что это игровые монеты. И сегодня я буду с вами в нее играть. Вас учить и убеждать, что это в данном случае монета игровая. Ну все, смотрим, будет интересно. Итак, ребята, разложил я все монеты, которые сегодня будут у нас участвовать в игре. Все монеты я подобрал николаевского образца, чтобы было удобно и понятно. Ну, естественно, монеты использовались в разных эпохах, то есть играли и при Елизавете, и при Екатерине, потому что встречаются вот такие вот пятаки с зубцами. Вот, и при Павле, Павел I, Николай I. Все монеты у нас имеются в наличии всех царей, то есть эта игра передавалась из поколения в поколение. Вот, подобрал я монетки сегодня николаевского образца, чтобы было все идентично и понятно, что якобы мы сегодня играем в эпохе николаевского времени. То есть возвращаемся мы сегодня в царское время, а именно в николаевское. Так что назад в будущее, смотрим. Итак, ребята, взял я вот такое количество монет. Это у нас будет именно банк. Взял я монеты все номиналов. Копеечки, двушки, трешки и пятаки. Вот. И, конечно же, не обошлось без самых тех монет, которые у нас сегодня на рассмотрение. Что это такое за монеты? Это у нас так называемые биточки, битки. Это будет и смысл нашей сегодня игры, раскрытие данных засечек. Взял я также 5 копеек, двушечку, трешку и копеечку. Все эти биточки будут у нас участвовать в игре. И вкратце, каждый игрок должен иметь вот такие битки. Непосредственно у каждого должны быть биточки. Лучше, конечно, иметь в варианте все 5 номиналов. 5, 3, 2 и копеечки. Это для того, чтобы участвовать непосредственно в каждой игре, когда будет очередь выпадать по выбрасыванию той или иной монеты, биточка. Итак, это у нас сегодня будет банк. В эту игру играли практически целыми улицами иногда бывало. Вот. Игра очень затяжная, очень азартная. Ставили очень много денег. Бывало, что играли целыми деревнями. И не один час. Бывало десяток. И целые сутки играли, потому что играли целые деревни. И банк иногда достигал даже 25 рублей. Ну, в то время 25 рублей это была стоимость коровы. Итак, допустим, мы сегодня играем втроем. Итак, давайте мы это сделаем на примере. Вот. Это пусть будет у нас банк. Это у нас будет игрок номер один. Он у нас в банк вносит 16 рублей. Следующий игрок у нас, например, находчивый и, в принципе, мудрый такой человек. Он вносит у нас, в общем, монеты именно разные номиналом, но скупой. Он внес 5 копеек, 3 копейки, 2 и копеечку. Итого он внес всего-навсего 11 копеек. Второй.
Второй игрок внес у нас 11 копеек. Чуть я рубли пишу. Копеек. Ну, а третий в данном случае у нас игрок. Он у нас ничего решил так, знаете, ну, пятачков у него не оказалось. Ну, бедненький человек. Он внес у нас, например, всего-навсего 3, 5, 8 рублей. 8 рублей. Игрок номер 3 внес 8 копеек. Копеек. Итого, общая сумма у нас получается 16, 11, 27, 35 копеек. Эта сумма у нас получается 35 копеек. 35 копеек у нас получается в банке. Я думаю, все понятно, да? Это у нас банк. Игрок номер 1 внес 16 копеек. Игрок номер 2 внес 11 копеек. И номер 3 внес всего-навсего 6 копеек. А в эту игру играют иногда целыми деревнями. То есть получается иногда до 20-30 человек. И играется она вплоть до, я не знаю, целыми сутками. 10-20 часов это точно играли. Затем, у каждого игрока имеются у нас биточки. Битки вот такого размера. 5, 3, 2 и 1 копеечная. Вот. В данном случае у нас побеждает в данном случае игрок номер 1, потому что он внес 16 копеек в банк. То есть это самое большее. Затем монета бросается. Сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, ребят, покажу я вам это на примере вот именно с мягким таким вот уголком. Обычно это кидали об стенку кирпичную. Многие говорят, если это игровые монеты, то на краях или на монетах были очень сильные бы удары, места ударов. Я вам скажу, большую часть монет у нас имеет различного характера на монете побои, как раз вот подтверждающие данные факты. То есть какие-то сколы, вмятины, вот, как на самом гурте монеты, так и на самих, вот, видите, всякие места, вмятины от других посторонних предметов. Между прочим, на каждой монете такие есть вещи. Итак, приступим. В банке у нас находится небольшая, приличная такая сумма. Вот, в банке у нас имеется также пятачки. Значит, первый игрок, который большую сумму внес, берет пятак. А пятак берет с насечками. И при помощи стены начинается игра вот таким характером. То есть берется монета и просто-напросто бросается. Если монета, как в данном случае, перевернулась орлом насечками вверх, человек, который кидал эту, забирает из банка пятак. То есть, и это пятак выигрышный. Он его забирает. То есть, из банка забирает 5 копеек. Но ход остается за ним. До тех пор, пока монета не упадет насечками вниз. Итак, этот же игрок бросает снова пятак. Потому что в банке у нас имеются пятаки. Снова бросает. И снова, ребята. И снова у нас насечками вверх. Он снова забирает пятак. Снова из банка забирает очередной пятак. Итого в банке у нас теперь больше пятаков нет. То есть человек, который кидал самый первый с насечками в 5 копеек, забрал из банка все 5 копеечные. Затем эта монета убирается в карман и вступает уже 3 копейки. 3 копейки с насечками. Потому что в банке у нас имеются 3-копеечные монеты. И снова этот человек бросает насечками вверх, как вы видите. Насечками вверх. Он забирает из банка очередную монету, но в данном случае монету в 3 копейки. Снова бросает этот человек 3-копеечную монету. Вот, до тех пор, повторюсь, пока насечками не упадет вниз. Итак, насечки оказались у нас внизу. То есть ход переходит к другому. Следующий человек
А тот, который внес в банк сумму меньше, то есть второй по количеству, берет тоже 3-копеечную монету. Хоть он и вкладывал 5-копеечную, есть у него были такие, но в данном случае у нас в банке 5-копеечных нет, и он берет 3-копеечную. Снова бросает, да, он выигрывает и забирает из банка 3 копейки. Ход остается за ним, и он продолжает до тех пор, пока не упадет нарезками вниз. Сейчас он снова выиграл, снова забирает 3 копейки. Бросает. Так, все, отыграл человек. У него насечки упали вниз. То есть ход переходит к третьему человеку, который внес самую маленькую сумму. Он берет уже 2-копеечную монету. 2-копеечную монету, потому что в банке находятся у нас только 2-копеечные монеты номиналом и копеечные. Берет он 2 копейки, бросает. Ну вот, к сожалению, у него насечки вниз. То есть человек свой ход не оправдал, ход переходит к тому, к следующему, а в данном случае человек, который оказался на первом месте. Итак, получается, в банке у нас всего-навсего 2-копеечные и копеечные. Человек берет уже 2-копеечную монету. До этого он бросал только пятачок, а сейчас берет 2-копеечную, потому что в банке остались всего-навсего 2-копеечные и копеечные. Бросает. О, да. Он забирает. Забирает 2 копейки. Итак, продолжает он кидать, бросает монету. Монета у нас снова орлом, как говорится, вензелями наверх, насечками вверх. И он забирает из банка с очередную 2 копейки. Забрал он очередные 2 копейки. И это бросает до тех пор, пока насечки не упадут вниз. То есть игра, в принципе, простая, ход переходит к другому. Вот. Итак, в банке у нас остались копейки. Копейки. И теперь входит уже в игру монета с насечками в 1 копеечку. Снова также об стенку. Насечками вверх. Монету забирает. Итого, что у нас получилось? Банк мы разыграли. Человек, который, например, внес 16 рублей. Итого он у нас выиграл на порядок выше. Вот. Один неплохо, в принципе, отыграл свою сумму. Так, итого, первый игрок, который внес сумму, а выиграл у нас, сейчас мы посчитаем. Так, 13, 15, 17. 19, 20, 23 рубля. 23 рубля в данном случае у нас получил игрок, который внес в банк, по-моему, 16 рублей. То есть выиграл 5 копеек в данном случае. Игрок, который внес, например, по-моему, 11 рублей, он... Так... Он остался при своих 11 рублей. И человек, который внес, например, 10 копеек, то есть меньше всех, он всего-навсего выиграл 3-ку. Здесь, конечно, должен быть человек фартовый. В данном случае, как я отыграл номером 1, отыграл и забрал практически банк, который был. То есть внес 16 рублей, забрал 20 с лишним, не помню. Вот такая вот игра. Ну, надеюсь, вам было понятно, в принципе, данной игры и все ваши домыслы, и все ваши предположения развенчались. И теперь вы также считаете в данном случае, что вот эти вот монеты с насечками являются игровыми монетами. Надеюсь, теперь в наше время больше вопросов не будет, что это за монеты, от чего они и куда. В общем, развенчал я этот миф, и теперь вы в курсе, что в данном случае монета с зубцами или насечками является именно игровой монетой.
Их очень много встречается, потому что у нас народ очень азартный. Играли в каждых деревнях, и так что такие монеты встречаются кругом и повсюду. Не надо говорить, что это монеты из другого разряда. Все монеты являются игровыми, потому что имеются насечки у нас именно со стороны орла. Вот, эта игра у нас просуществовала примерно до 30-х годов. Вот. Потом она была утрачена в связи с тем, что, ну, сами понимаете, что были времена тогда не развлекательные. Был голодомор и война, в общем, игра просто-напросто забыта. Итак, эту игру мне подсказал, как правильно в нее играть, это Владимир. Владимир, привет, спасибо вам большое. Вот, ему в свое время его дед рассказал про эту игру, и в данном случае игра перешла до наших лет. Ну, на этом, ребята, я и закончу свой небольшой видеообзор по данной игре. Вот, повторюсь, игра называлась, не знаю, как в разных регионах, но она называлась «Орлянка», так называемая. Игра «Орлянка». Вот. Думаю, больше вопросов, если у кого есть, пишите комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайки. За окном у нас плюс. Меня это очень радует. Скоро на поля. Снова с металлоискателем. Не будем сидеть дома. Ну, от вас я жду комментариев, подписки, советы. В общем, все. Пока и удачи.